Потолка не будет. Заработные платы сотрудников промсектора, мощно выросшие в 2023-м, продолжат расти и в 2024-м. Об этом заявляют эксперты и руководители предприятий. Зарплата остается главным фактором при выборе места работы. У нас в этом году на 125% рост заработной платы. По краю в целом 118%, вот, а по обрабатывающим производствам 125%. На конец января в промсекторе края 7300 вакантных мест. 3200 из них в предприятиях ОПК, он в приоритете. В этом году в крае планируют полностью закрыть кадровые потребности оборонно-промышленного комплекса. Количество вакансий внушительное, но из-за 2023 в ОПК приняли 3500 сотрудников. Где брать новых рабочих и специалистов? Эксперты прогнозируют в этом году обострение борьбы за кадры, из-за чего компании будут стараться переманить к себе лучших. Такую агрессивную политику по приему на работу применяли предприятия ОПК, потому что надо выполнять, мы понимаем важность. И на них в общем, работали вот вся система нашей службы занятости. Естественно, туда больше даже приходили не из соседних предприятий, а из других отраслей. Даже из гуманитарных, там вот где-то вот, и из различных там вот, социальных предприятий, которые приходили, переобучались. Трудоустроив на заводы 7 тысяч человек, алтайская промышленность выйдет на максимальный объем мощности, уверен Виктор Мещеряков. Почти 6 тысяч из необходимых рабочие, остальные технические специалисты. Когда новые кадры брать неоткуда, на предприятиях переобучают сотрудников для ключевых позиций. Такой процесс в 2023-м прошли 870 человек. Усилилась профориентационная работа. Будущих сотрудников учат не только в вузах и СУЗах, но и в школах. На заводах говорят, что у современных детей неоднозначная реакция на все, что связано с предприятиями. Они не просто даже не то, что боятся, они не понимают, что это такое, потому что их не будет, им не рассказывают этого в школах, они не видят этого по телевизору, в интернете, в блогерстве, это не рассказывают. Там совершенно иная сфера, поэтому мы понимаем, что нам необходимо работать со школьниками, проводить раннюю профориентацию. Но в том числе у нас есть еще в планах и работа с родителями школьников. Да, потому что это тоже для нас очень важно. Кадровая проблема актуальна и для других секторов экономики. Но и там уверены, что это временные трудности. В отношении рабочего класса, да, мы подходим вот к цифре 2000. Да, заработная плата, вот, если была в 2022 году 42 тысячи, она сегодня уже составляет 52 тысячи рублей. Да. И сказать, что мы имеем текучесть большую, нет, она минимальная, да, то есть, вот, стационарно работает коллектив, но мы реально испытываем сегодня потребность в техническом персонале. За 2023 год зарплата в ОПК выросла в 2-2,5 раза, благодаря чему в сектор зашли тысячи новых сотрудников, что провоцирует рост оплаты трудочасов и в других секторах. Сфера промышленности по фактору зарплат остается одной из самых привлекательных в регионе. Эксперты уверены, зарплата будет расти и дальше, пока не закроют все вакансии заводов. Но так будет не всегда. Поэтому уже сейчас в сфере задумываются, куда перенаправлять тысячи работников, когда СВО закончится и потребности ОПК отпадут. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком.